Городской акимат принял всех желающих. Сегодня в фойе здания акимата города состоялся день открытых дверей. В одном месте сконцентрированы специалисты не только государственных учреждений, но и всех коммунальных предприятий Караганды. Консультативную помощь сегодня получили все пришедшие горожане. По статистике, чаще всего граждане обращаются с вопросами жилья, коммунальной сферы и дорог. Кроме того, здесь задействованы все отделы нашего аппарата городского акима. При необходимости могут прямо на месте написать заявление, которое, естественно, руководством акимата нашего будет рассмотрено в самые короткие сроки. И позвольте заверить, что ни одно обращение, ни одно заявление не остается у нас без внимания.